9 дизайнеров из Москвы, Казани и Челябинска представили последние коллекции платьев, аксессуаров и даже меховых изделий в рамках благотворительного проекта «Цвет твоей души». Моя задача стояла в том, что я хочу показать, что благотворительностью могут заниматься не только, как принято называть, ну, випы, да, люди обеспеченные. Этим может заняться абсолютно любой человек, если у него соберется группа поддержки. Иногда нужно просто крикнуть о помощи, и люди организуются. Это и хороший повод провести вечер и помочь детям. Цель этого вечера – сбор средств на лечение маленькой Лены из Златоуста, которая страдает ДЦП. Когда случается горе, есть несколько путей решения. Можно говорить об этом, писать в соцсетях, вот, а можно делать добрые дела. Поддержку тех детей, которые сегодня живут и которые сегодня нуждаются в этом. Все-таки красота спасет мир. И, в общем-то, действительно, когда вот именно благотворительность и красота, я считаю, что это, ну, они должны перекликаться обязательно. Благодаря этим мероприятиям можно хоть что-то сделать в пользу детям. Мода – это больше, чем красивая одежда. В ней находится место и экологическим, и социальным программам, популяризации искусства и просто дружеской помощи тем, кто в ней нуждается.